Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 21 октября. С какого числа в этом месяце ударят морозы? С такого числа в апреле следующего года начнется теплая погода. Это по народным приметам. А какая погода будет днем, узнаем из свода гидрометцентра, но чуть позже. Вооруженные силы России ежедневно пополняют сотни добровольцев. Очередная группа заключила контракт с Министерством обороны России. Все они отправились в пункт отбора на военную службу. Защитники Родины признаются, что им не безразлично будущее страны. И всех объединяет одно – любовь к своей Родине. Все они – настоящие патриоты страны, и каждый вносит свой вклад в общую победу. Карачаево-Черкесию посетила делегация МВД Республики Абхазия. Они возложили цветы к вечному огню, памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, добровольцам из Карачаево-Черкесии, принявших участие в войне за независимость Абхазии. Возглавил делегацию министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. В своем выступлении он отметил, что Абхазия помнит об оказанной помощи жителями Кавказа. Затем в офисе общественной организации «Абаза» состоялась встреча с представителями абадинской общественности. Приветствовал гостей председатель общественной организации «Абаза» Умар Кончев. Я бы хотел поприветствовать делегацию из Абхазии во главе с министром внутренних дел Робертом Витальевичем Киут. У нас на нашей земле. Рада всегда видеть наших братьев абхазов. Абазины и абхазы – это один народ, один этнос, который разделен горами кавказскими. На южном склоне Абхазия – наша родина. На северном склоне Абазаш – это тоже наша родина. Так получилось, что наша делегация была в командировке в Карачаево-Черкесии. Мы предварительно с Умаром обговаривали этот вопрос. И, конечно же, для меня лично было очень отрадно сегодня с вами всеми встретиться. В конце концов, история говорит о том, что мы действительно один народ. И где бы мы ни находились, мы должны быть всегда рядом. Наверняка у каждого из вас есть много вопросов разных о тех событиях, которые происходят в Республике Абхазия, как состоит обстановка вообще в целом. Я готов поделиться. Мы были в парке Славы, возлагали цветы погибшим. Буквально недавно мы праздновали праздник Победы, нашей общей Победы. И, как говорится, в первую очередь мы чтим память тех людей, которые сложили голову, и тех людей, которые с нами рядом встали. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь, в горах со снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, в горах минус 3, минус 8. Днем плюс 2, плюс 7 и местами минус 3, плюс 2 градуса. В горах, на дорогах местами гололедица. В Черкесске ночью дождь с мокрым снегом. Днем небольшой. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 5, плюс 7 градусов.